Внуку актера Филиппа Янковского исполнилось 2 года. Наследник династии носит имя Олег в честь знаменитого деда. Фотографии малыша выложила в своем блоге жена Янковского Оксана Фандера. Семейство Янковских сейчас нечасто собирается в полном составе. Дело в том, что Фандера еще в 2022 году уехал из России в Грузию и возвращаться пока не собирается. Филипп вынужден жить на 2 страны. Он работает в России и выкраивает свободные дни для поездок к жене.